Привет, друзья! Компания Mercedes на фестивале скорости в Гудвуде представила широкой публике новое поколение своего флагманского хэтчбека Mercedes A45, а вместе с ними компактный седан CLA45. Что в первую очередь нужно знать о новых моделях компании? Первое. Здесь установлен самый мощный серийный четырехцилиндровый мотор в мире M139. И второе. То, что обе новинки являются самыми мощными представителями своего сегмента. По сути, перед нами короли компактного класса, которые способны навалять даже более крупным конкурентам. Что ж, давайте рассмотрим новинки поближе. Обе модели являются неким ответом на Audi RS3, которая до этого считалась самым бодрым и мощным хэтчбеком и седаном в компакт-классе. Что ж, придется теперь подвинуться. В отличие от той же RS-ки, обе новинки предлагаются в двух версиях – обычной и более мощной с приставкой S. Подобную схему в Mercedes успешно обкатали в старших классах и решили применить ее и здесь. На всех версиях используется тот самый 2-литровый M139, который в базовом исполнении выдает 387 сил и 480 ньютон-метров крутящего момента, а в версии с приставкой S 421 силу и 500 ньютон-метров момента. Кстати, мотор способен крутиться аж до 7200 оборотов в минуту. Впечатляет! Все варианты комплектуются фирменной 8-ступенчатой коробкой передач AMG Speed Shift и полным приводом 4MATIC Plus, где плюс говорит о том, что автомобили умеют отключать переднюю ось и превращаться в заднеприводных хулиганов. Динамика разгона у обеих моделей также впечатляет. Хэтчбек A45 способен набрать первую сотню за 4 секунды ровно, а версия с приставкой S на это тратит 3,9 секунды. У CLA на это уходит на 0,1 секунды больше, причем в обеих версиях. Максимальная скорость новинок заявлена на отметке в 250 км в час, но за доплату ее можно увеличить до 280 км в час. Что до внешности, то обе модели получили фирменный обвес AMG и новые диски. CLA 45 ограничился маленьким спойлером, а хэтчбек получил в свое распоряжение настоящее антикрыло. Интерьер не претерпел больших изменений в сравнении со стандартной версией. Здесь обилие кожи, рояльного лака и декоративных вставок. Знаете, в последнее время я начал понимать, что в сегменте компактных автомобилей идет борьба за место под солнцем не менее интересная и увлекательная, чем если бы я сейчас вам рассказывал про конкуренцию BMW M5 и Mercedes E63. А мощностью в 300 сил в этом классе уже никого не удивишь. Здесь также есть свои герои, которые способны навалять автомобилям старших сегментов. И новенькие A45 и CLA45 прекрасно справляются с этой задачей. Просто представьте, вы стоите на светофоре на своем новеньком A45S, а рядом припарковалась новая тройка BMW или Audi S4, и вы их спокойно делаете. Честно признаться, мне трудно в это поверить, но такова реальность. Новые компакты от Mercedes открывают новый этап в этой гонке мощностей, и от этого еще интересней. Но Mercedes долго почивать не придется, так как в BMW уже готовят ответку в виде подогретой копейки на 400 плюс сил. Кстати, если вы хотите узнать больше подробностей о новом моторе от Mercedes, то у нас на канале есть отдельное видео на эту тему. Ссылку я оставлю в описании к этому ролику или в подсказках. Что ж, друзья, а как вам новинка? Напишите о своих впечатлениях в комментариях под этим видео. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Удачи!